Скажите, как вам в этом новом формате чувствовалось, вам и вашему оркестру? Вы знаете, это предложение мое, этот новый формат. Я придумал и предложил. Я думаю, что вот как раз эта студия очень хорошее место для того, чтобы почти без микрофонов вживую оркестр звучал с новой программой, зрители приходили. Не всегда удается брать в аренду залы, потому что они очень дорогие. А это у нас прямо вот так для своих, как говорится, вот делаем такие вещи, снимаем. Я надеюсь, что это будет идти, в дальнейшем будет идти в эфир. Прямо. Насколько известно, эта студия вам очень близка и родна. Расскажите об этом, насколько я... В этой студии я 72-го года. Представляете, насколько близко. То есть оркестр репетировал здесь в свое время, это было место главных репетиций? Наша репетиционная комната была всегда. Всегда, но в последнее время у нас очень хорошая репетиционная комната внизу, в подвале. А здесь мы делаем записи. Так что надеемся, что будет все хорошо в дальнейшем. Удачи. Спасибо.